А сейчас пойдет речь о других программах, которые реализуются в областной столице. В Твери в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается первый этап работ по благоустройству новой зоны отдыха сквера на улице Хромова. Территорию для создания парковой зоны выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. В этом году на улице Хромова реализуется первый этап проекта по благоустройству. В настоящее время завершается укладка брусчатки на пешеходных дорожках, установка опор наружного освещения. На 95% выполнены работы по гидропосеву газона, ведется подготовка оснований для устройства бетонных покрытий будущих детской и спортивной зон. Также департаментом в этом году было принято решение по частичной установки малых архитектурных форм на территории данного сквера в виде урн и скамеек в количестве 11 штук. Эти виды работ в рамках первого этапа будут завершены до 1 ноября текущего года. Оставшиеся работы будут закончены в 2023 году. Второй завершающий этап работ планируется провести в 2023 году. Напомним, в 2022 году в рамках программы формирования комфортной городской среды производится благоустройство трех территорий, выбранных на основе голосования горожан. Это сквер на улице Хромова, зеленая зона на пересечении улиц Громова и Гайдара, а также дворовые территории домов номер 9, корпусы 1-4 по улице Артюхиной.